Здорово, ребят, с вами Илья, это наши игры день, наши очередные новости мобильных игрушек. Сегодня будет много информации о игре Dead by Daylight Mobile, и мы расскажем о том, когда игра, скорее всего, появится, как в нее уже сейчас можно поиграть, и еще поговорим о регистрации. Ну и, ребят, по традиции, давайте голосуем, мы лайк жмем, если ждем игру, или дизлайк, если не ждешь, посмотрим, что получится. Так, поехали! Начнем с того, что мобильная игра Dead by Daylight активно разрабатывается и основа уже готова, ведь сейчас в нее можно поиграть. Ну, об этом, ребят, чуточку позже. Сейчас есть уже предварительная регистрация на игру, и я, конечно же, рекомендую вам подать эту заявку. Это все происходит на сайте разработчиков, ссылка будет по традиции в моем топе, так что туда переходите, ищите Dead by Daylight и потом подавайте заявку. Теперь по поводу релиза. Недавно разработчики проводили стрим, где рассказали о своих планах на будущее, и осенью игра выйдет на Nintendo Switch, а далее уже доберется до мобильных телефонов. Случится это, скорее всего, в декабре этого года, и мы с нетерпением ее будем ждать. Казалось бы, долго еще ждать, однако не стоит расстраиваться, ведь, скорее всего, бета-тестирование будет гораздо раньше. На самом деле, для этого мы и подаем сейчас заявочку, и, возможно, скоро игру уже сможем опробовать на телефоне. Я, на самом деле, считаю, что это мега крутые новости, ведь охота уже увидеть игру в этом году, и было бы здорово, если бы она все-таки вышла. Также уже сейчас есть возможность поиграть в мобильную версию через ваш ПК, и сделать это можно на самом деле несложно. Я нашел чувака на YouTube, который рассказывает, как игру уже сейчас можно запустить, и с вами делюсь тоже этой информацией. Пересказывать его слова, я думаю, нету смысла, вам лучше напрямую посмотреть автора этого канала, так что чекайте в описании ссылку, там все подробно и хорошо описано. Вот такие, ребят, новости, как по мне, они очень хорошие, ведь я реально жду Dead by Daylight на мобиле, и буду рад в нее поиграть. Ну а так, ребят, напишите, что сами думаете по этому поводу. Обязательно жмите лайки видосику за информацию. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, и тогда вы всегда будете в теме всех мобильных игрушек. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья. Пойду дальше искать что-нибудь интересненькое и годное для вас. Так что мы скоро обязательно увидимся. Пока!